Основа и будущее любого государства – это молодое поколение. Ему предстоит отвечать за текущее и перспективное развитие нашей страны. А это значит, что образование и воспитание молодежи – первостепенная задача нашей страны. Я работаю в Московском центре «Патриот Спорт», и от нас зависит решение целого комплекса задач в сфере развития молодежной политики. Это поддержка в реализации интересных и важных проектов, формирование банка потребностей, повышение грамотности в области информационных технологий и кибербезопасности, а еще вовлечение молодежи в занятия спортом, выполнение норм ГТО, пропаганда здорового образа жизни и помощь самореализации молодых людей как активных граждан. Лично мне работа в сфере государственной молодежной политики дает возможность реализовать свои проекты, помочь молодежи реализовать свои идеи. Повлиять на развитие молодежи – это значит повлиять на будущее нашей страны.